Сейчас я вспомню, что я сказал. А! О! А! Я дошел до тебя! И уйду. Нет, нет, Кайлов, не надо ничего, а что? Нет, это обычные напитки. Ничего такого. Я к чему хотел сказать, большинство, большинство действительно наших песен написано в очень и очень такие тяжелые на самом деле времена. И одна из таких, которая стала ассоциироваться с теми временами, сейчас я попробую ее исполнить. Я тебя просто по-братски предупредил. Потом не будет. Да? Ладно, все, а как фильм, да? Я бы с удовольствием. Так, ладно, давайте поехали дальше. Что нам нужно? Я ничего не путаю. Да, вот это. Yeah.
c'entrano sul diavolo o no?